В стране искусственные какими-то методиками пока такие острые очаги социального взрыва, социальной конфликтности пока как-то подавляются силами правоохранительных органов, силами там репрессивных методов пока. Но все же назревает конфликт. Касательно вот сферы жилищных вопросов, вот большинство исследований показывает, что большинство молодежи не имеет собственного жилья. Последние исследования показывают, что менее 1% имеют собственное жилье. С родителями проживают менее 5%. Остальные, получается, бездомные. Это скрыто, они относятся к скрытой бездомности. И когда не решен у молодежи главный вопрос, главный социальный вопрос, главная возможность социального лифта для молодежи, тогда назревает конфликт. Так и происходит. Мы особо... Возможно, не замечаем эти проблемы, но основные причины социальных недовольств среди молодежи, главное, это проблема. Власть никак не мониторит этот процесс, так как не владеет этой ситуацией, потому что эта ситуация действительно взрывоопасна. К сожалению, последние трагические события, происходившие в нашей истории, они происходили с участием молодежи. Это не от радости, констатирую, к сожалению. Тот же последний событий Жезказгана в большинстве своем жертвами и участниками оказались молодые граждане. Трагедию вы имеете в виду Жанаузина? Именно Жанаузина. Ну, тенденция такова, что последние события, даже если даже ранее, основными участниками тех так называемых беспорядков в шанрахских событиях 2006 года, основными участниками были, да, именно там острый конфликт. Этот конфликт не разрешен, он просто подавлен репрессивными методами, пока подавлен, пока страх, но страх приводит к взрыву.